показываю вам заготовки 2020 года. Те, которые мы уже успели сделать. Ну, тут, правда, несколько банок стоят прошлогодних. Вот крыжовник, допустим. Варенье ассорти. Это прошлогоднее. Вот это клубника. Это этого года. Затем абрикосы. Абрикосовое варенье с цитрусами, там лимон, апельсин, это этого года. Там тещин язык еще остался с прошлого года. Вот клубничка этого года. Там вот все, что осталось от черемши. Вот она, черемша, там 4 баночки стоит всего. Так, затем что еще? Дальше вот здесь решили попробовать сделать квашеные огурцы. Вот видно, что 30.07 делали. Сегодня 1 августа. Они должны простоять недельку. Вот такой белесый должен появиться у них цвет. Будем пробовать. Это кабачки маринованные. Тоже решили попробовать рецепт. Это что у нас? Это смородина, 5-минутка, кстати, получается как желе. Сейчас, если получится ее. Густоватая такая прям. Практически как желе. Очень вкусная. То, что у нас осталось, не влезло в банки. Обалденно вкусная. Так, смородина 5-минутка. Их около 18 банок. Так. Все, заготовки на зиму. Это опять вот смородина 5-минутка. Это абрикосы. Часть абрикос делали с цитрусами. Часть просто абрикосовое варенье без цитрусов. С прошлого года. Сейчас включу лампочку. Часть у нас осталась еще огурцов с прошлого года. Это вот тоже эксперимент. Малина с медом. Просто стерилизуйте банки, укладывайте свежесобранную малину. У меня мед был густоват, я его на водяной бане растопила. И вот баночку. Это для лечения. Таких 2 банки у нас. Так, что еще? А, да. Вот еще огурцы. Кабачковая икра. Кабачковая икра у меня будет рецепт на канале или уже вышел. И огурцы маринованные с перцем. Здесь мы еще морковку добавили. Вот это все, вот это вот все, вот туда дальше, это все свежее этого года. Ну, вот это пока все, что мы сделали. Кто еще спрашивал? Вот она, установка насосная, насосная станция. Метабо, которую я купила взамен прошлой, которая у нас сломалась. Здесь у нее есть датчик давления. Она сама отключается, когда свет отключают, она сама выключается. То есть ничего у вас не перегорит. Тут полностью все защищено. Вот здесь все электричество. То есть даже если ее вот так полностью затопит, ничего с ней не случится. Это кнопка включения-выключения. Все работает, все прекрасно. Она тише работает, чем прошлая старая наша установка. Вот эти вот насосные станции Метабо, они, конечно, стоят своих денег. Я их очень рекомендую. Кому нужны, не пожалейте денег, купите. Ни забот, ни хлопот. Сегодня у нас прям осенняя погода. Всю ночь и весь день идет дождь. Сейчас уже 5 часов вечера. Все идет дождь. И у меня такое чувство, что погода на месяц вперед бежит. Потому что, смотрите, в августе, в начале августа у нас никогда калина не краснела. Никогда. Она уже наполовину вся красная. Кабачки спеют, это все уже надо срывать. Оладушки я делаю не с яйцом,
Не с кабачков, я имею в виду, не с яйцом, а с крахмалом. Да они все зреют. Чем больше срываете, тем больше они растут. А это тайские жгучие перцы, привезены из Таиланда. Вот таким вот перчиком. Потом мы с них сняли семена. И вот они растут. Вот все вот это тайские перцы. Они жгучие, прям капец, какие жгучие. И наконец-то я поставила свою эту ванночку. Здесь надо камнями еще все украсить. И будет красота. Но фонтанчик я пока к ней не прикрепила. Не знаю, в этом году уже, наверное, не прикреплю, потому что говорю, что погодка, природка, невкусная погодка. И смотрите, как кто у нас здесь. Вот кому это все нужно. Лягушонку. Лягушонок, квакушонок. Лягушонок. Вот ты, лягушонок. Раз, 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 уплыл. Немножко вам красоты покажу. Вот эта герань выращена из семян в этом году. Вот одна красавица. Вот она вот такая большая. Вторая. Вот это невеста. Красная. Тоже вот такая крупная. Еще одна белая. Вот такая прям алая. Вот так лучше цвет передает. Чуть розова. Это все выращено из семян. А это у нас будет пирог с чем? Куриным фаршем. С куриным фаршем. Фарш — это перекрученная курочка с чесноком и с луком. И хмели, сунели, соль. Соль и хмели, сунели. И потом сверху крышечка, еще один пласт будет, да? Да. Равномерно размазываем, чтобы пропекся фарш. Ну, чтобы с одной стороны не было сухо, с другой не пропекся, да? Выпекаем на специальном коврике для выпекания. На коврике. Хлоп, и все. И теперь защипить только, да? Да. Все, краешки защипили. Дырочки делаем для того, чтобы когда он будет в духовке стоять, шапкой не встал. И сейчас будем смазывать желтком с молоком. И на 30 минут в духовку. А еще мы сегодня сделали печенье гусиные лапки. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сломался у нас прошлый холодильник. Ну как, уже не сломался, он просто перестал работать. Верхняя его половиночка перестала работать, перестала охлаждать. И купили давнюю мечту. Холодильник Side by Side. Это у нас Samsung. Получается, здесь у него морозилка. И здесь одно отделение. И второе отделение. Обзор на него будет в отдельном видео.
Но этот холодильник рекомендую. На семью из 3-4 человек, если место позволяет, идеально. И вот результат. 220 градусов. Стоял он у нас 20 минут в духовке. И сейчас будем разрезать. Горячий день. Угу. Давай подержу. Ну вот, все пропеклось. Ароматный, вкусный пирог. А кто там пришел? Кто там пришел? Марусенька пришла. Маруся пришла. Маруся пришла. Вот так мы приходим домой.